Здравствуйте! О том, что ждет жителей Бурятии в понедельник 24 июля, расскажу вам я, Сергей Алмазов. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам малооблачно. Днем по-прежнему плюс 23, ночью плюс 11. Скорость ветра 6 метров в секунду. На юге малооблачно, возможен дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Порывы ветра до 5 метров в секунду. В Улан-Удэ малооблачно с дождем. Днем плюс 25, ночью плюс 15. Скорость ветра 5 метров в секунду. С вами был Сергей Алмазов. Еще увидимся. We'll be right back.